Добро пожаловать в игру Ведьмак 3 Дикая Охота. Очередное видео, посвященное очередному эпичному монстру. Как убить кого? Пока не знаю кого. Будет известно в конце видео. Взял задание в деревне Залипье. Я сейчас 17 уровня. Ведьмачьи заказы. Называется «Таинственный след». Предполагает наличие 20 уровня. Ну, я думаю, 3 уровня не столь великая разница. И я справлюсь с этим заданием. Поговорил с охотником. Иду по следам, по лесу. Этот зверь убил стаю волков. Я предполагаю, что это что-то большое. Ну, не знаю, может быть, волколак. Пока не знаю. Вот деревня Залип, и здесь у охотника я и взял этот заказ. Как обычно, показываю в начале игры, что играю на предпоследнем уровне сложности, боли, страдания. Итак, вот я иду по следам, нашел на дереве он вот оставил такую метку. Порядочный мех, и когда терся о стул, запах все еще держится. И теперь я пойду, наверное, по запаху этого зверя. И я так предполагаю, что либо я приду к его логову, где он скрывается, либо же прямо в лесу его встречу. Пока не знаю. В принципе, все необходимое у меня есть. Как обычно, буду использовать два типа эликсиров. Ласточка для восстановления здоровья и гром для увеличения силы атаки. Из знаков предпочитаю, как обычно, знак Квен. Собственно, он у меня и прокачан. Вешаю на себя щит. Ну и, возможно, буду жарить его огнем, если это зверь. Ну и нанесу еще масло на свой меч. Если это зверь, то масло от зверей. Так, вот здесь какой-то... Воняет, как говно беса. Да, старая и засушенная. Видно, тварь тут была довольно давно. Придется найти другой путь. Возможно, это бес. Ну вот я нашел вход в пещеру. Вон она наверху. И теперь мне нужно попасть туда, в эту пещеру. Зверь залез туда. Возможно, это бес. Так, новая отметка вход. Ага, вот я и нашел вход. Такая дыра, в которую я должен упасть и умереть. Лестницы нету. Но буду надеяться, что там находится вода. Либо не так высоко, иначе я просто разобьюсь. Спускаюсь в пещеру. Прыгаем. Ух ты. Не слабо. Сколько тут следов-то натоптано. Следы лап. Он долго сопротивлялся. Так. Плохо видно. Плохо видно. Где у меня кошка была? У меня зелье кошка. Ну, вот так получше. Клочки окровавленного меха. Тот второй был другой окраски. Это должно быть черт. Наверное, не поделил с бесом территорию. Придется его приманить. Приманить! Ну что, делаем наживку для беса. Новая статья Ревун. Давайте глянем, кто такой Ревун. И как с ним бороться. Реликты.
Так, вот он бес. И Ревун убил беса, значит, он сильнее? Интересно. Черт! Вот с кем нам придется сейчас биться, видите? Черт, он меньше беса. А все одно и такого хватит, чтобы тебя убить. Черт, это младший родич беса и Буки. Кое-кто думает, что из-за меньших размеров его не стоит опасаться. И он совершает ошибку, одну из тех, что можно допустить только раз в жизни. Живущие в лесной чаще черти принадлежат к числу наиболее опасных чудищ из всех известных человеку. Так что наш Ревун относится именно к категории черт. Масло против реликтов, чертов гриф-бомба. Так, Ревун. Опасный противник. Одного удара достаточно, чтобы убить человека. Защитить тяжелые доспехи или знак В. Но у меня доспехи легкие. Должен атаковать его со стороны. Ну, в принципе, стандартная техника. Так, масло против реликтов. Масло против реликтов. Это было. Вот оно. Есть. И приманка для черта. Вот она. Все ингредиенты у меня есть. Готово. Так. В ячеечку ставим неясыть. Потом заменим на гром. Так, бомба. Ну, думаю, без бомбы обойдусь. Так, разлить приманку вокруг холма. Вон оно что. Так, где у нас приманка? Вот она, приманка. Сюда ее. Так, и нужно вокруг холма. В общем, сейчас разолью приманку и продолжу. Так, ну вот, приманку я разложил, спустился в пещеру. Собственно, все готово, чтобы начать бой. Масло на меч нанес. Значит, снова выпиваю кошку, чтобы хорошо видеть. Спускаюсь. И сейчас начнется бойня. Вот он. Ревун. Ну давай. Как говорят, великие бандиты, я из тебя. Не я, кстати, выпил. Так, что-то он как-то на меня сразу так резво кинулся. Я так предполагаю, что урон-то наносит он не слабый. Это учитывая то, что я еще на предпоследнем уровне сложности играю. Так, гром и ласточку. Где ласточка? Вешаю знак Квен и просто луплю его. Думаю, так. Сделаем. Блин, он меня продамажил уже, пока я лазил. Ой-ой-ой, не успеваю, как-то быстро все происходит. Квен снял. Все готово. Главное не попадаться на его атаки вот эти нехорошие. Блин, он меня еще и ошеломил. Да. Не слабо открыл. Хорошо, я выпил неясыть. У меня время на восстановление не... Нет, ребята, все-таки надо, мне кажется, его оглушить, попробовать, потому что так не получается. Да, он меня сбивает еще.
Ой-ой-ой-ой-ой, нет, как-то так дело не пойдет. Нет, так дело не пойдет. Надо его как-то оглушить, чтобы он не двигался. Картечь. И урон наносит мне славу. Гром выпиваю. Ну, вроде идет урон. Так, щит. Сзади надо его, он спереди блокирует атаки. И вот так вот откидывает, и у меня оглушение. Сзади. Блин, опять оглушил. Так, Вен. Ласточку. Сзади бьем. Блин, он быстро разворачивается. Так, Квен, Квен. Так, гром заканчивается, надо выпить снова будет. Так, Квен вешаю. Так, не ясно, у меня закончилось. Опять восстановление энергии идет медленно. Гром выпил. Дамажим. Так, у меня интоксикация уже. Ласточку не могу пить. Блин, осталось чуть-чуть ему. К сожалению, лечиться уже не могу. Вся защита только Квен. Опять откинул. Ну вот, бомба его убила. Добила. Да, не просто было с ним сражаться, скажу. С этим чертом. И что с него выпало? Так, кость, кровь, мясо, шкура, мутаген, трофей, что подтверждает, что монстр эпичный. Так, и меч какой-то, лазурный гнев. Давайте посмотрим, что за трофей и что за меч с этого черта. Ну, вот так вот он убивается. Но я скажу, что вот на своем 17 уровне достаточно непросто было его убить. Использовал бомбу-картечь. Эликсиры. Ласточка, гром, кошка, неясыть. И знаков знак Квен. Пробовал его ардом сбить с ног, но не получилось. Но у меня арт не прокачан. Итак, трофей. Черт. 5% до опыта за смертельный удар по чудовищу. Ну, в принципе, у меня трофей виверны. Виверны такой же. Эффект дает. И меч, лазурный гнев на 15 уровень. Это несмотря на то, что задание 20 уровня, меч падает 15. Ну тоже ни о чем, я его продам. Хуже моего серебряного меча школы Грифона. Так что ничего ценного с него не выпадает. Ну вот так вот убивается черт. Спасибо за просмотр этого видео. Ждите следующих серий. До встречи.